Всем привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать в Roblox! Сегодня мы поиграем в историю... Так, это что тут они тут пишут? Ресепнись. Пустите. А, понятно. Не могу. Сегодня мы поиграем в историю зомби-апокалипсис. А, я не понял, это как? Не понял. Ничего не понял. Ресепнись. Так. Ладно, сейчас пойдем. Так, друзья, тут нашел друга. У меня новый аккаунт. Старый, мне этот Вася не вернул. Стоямба, где он? Не понял. Эй, впустите. Странно, почему меня не впускает? Не понял. Так. А, понятно. Тут уже было занято. Так. Этот чувак, походу, уже отправился. Чур, я впереди. Эй, впустите меня вперед. Эй, Вася, ты не офигел? Это мое место. Вот иди отсюда. Я тут сижу. Эй, да блин, Вася занял мое место, походу. Все, я такой уселся тут. Очки виртуальной реальности. Эй, чувак, у тебя... У этого чувака кожа загоревшая. Или он измазался в какахах. А, мне показалось, будто тут что-то ночью мы приехали. Кто в школу пустил? Карантин. Кто в школу впустил? А, походу наша училка. Так. О, тут какой-то ключ. Так. Я хочу пройти секретную концовку. Стоямба, стоямба, секретная концовка моя. Так, я хочу пройти секретную концовку. Так, эй, доберись ты. А, вот все. Ключ у меня. Друзья, подписчики, добавляйтесь. Друзья, Гамет, тебе заявку кинул, Сахарок там. Все добавляйтесь у меня. Так, а, точно, вот так же. Иди-ка сюда, рыба. Надо это директору отнести. Я хочу пройти секретную концовку. Ай, ты куда бежишь-то? Так. Нет, я не хочу урок прогуливать. Молодцы, пацаны. Не голосуйте за это. Так. Девчонка там что-то села. Антидот у меня будет. Так. Все, отдай мне бургер. Этот бургер надо отдать этому уборщику. Так. Так, стоямба. О, аптечка. Пончик. Вкусняшек. Тут много.
Эй, этот чувак спер меня. Так, урок начался. Где я сижу? А, вот и я. Вот мой ник. 2020 Александр 2617. Так, я нажал на кнопку skip, что-то этого, что-то типа того. Да, пацан, выпустите меня! У меня пончик есть. Что-то училка какая-то. Подозрительно, что она... Почему-то что-то она недовольна. Эй, стоим бы. Я хочу открыть, я буду хулиганом. Ой, у пацана аптечка. Блин, пацан упал. Этого еще не хватало. Пацан, ты там жив? Его тут нету. О, вот и я на картинке. Эй, моё! Ах ты, козёл, у меня спёр. Не понял, это у тебя откуда? Вася, это откуда у тебя? Это чё? Это чё откуда? Не понял. Училка! Давайте проголосуем про того, кто открыл. Интересно, кто открыл? Я все-таки или кто? О! Эй, мой сосед меня спалил! Ах ты, гад! Ну, я тебе сейчас такого леща рыбы этой дам. Ты офигел? На, я тебе сейчас такого леща дам. Офигел совсем. На, получай. Меня сдал. Ну, хотя я специально открыл. У моего одноклассника еще ракета-училка. Кто ему позволил брать этот предмет? Кто ему это позволил? Я тебе потом еще леща припомню. Я потом тебе еще этого леща припомню. Иди-ка сюда, антидотик. Народ, у меня антидот. Еху! Я еще и катаюсь. Так, ну-ка, что тут у нас? Шкаф пуст. Кто-то что-то сделал. О, пончик. Ням-ням, вкусняшка. Нет, я уж не буду тратить это. Пацан, здорово! Мне тебе надо принести эту штуку. Так, у директора нету. Так, тут тоже нету. В столовке, значит, эта штука, значит, в столовке. Оценка. То есть домашка. Странно, где еще домашка его может быть? Пацан, ты что там прыгаешь? Ну, привет, привет. У меня почти старый скин. Так, стоямба. Так, туалетка. Кому вытереть попу? Попу надо вытирать. О, так, так, так. Так, тут что-то есть, тут и тут. Ничего нету, кто-то спёр. Так, стоямба, где этот чувак? Я не понял, этот чувак... Этого чувака на серваке нету.
Эх, а я ему леща собирался еще отдать. Он, наверное, вышел, потому что я ему леща дал. И он такого леща отвешал. Роман. Да, реально, Романа нету. Тогда, значит, я отвешаю кому-то. Вот это... Нет, я вот... Я училке отвешаю. Я ее ненавижу. Она нам двойки уже поставила. На, получай, леща. На. Стоим. Зомбарь! Валим. Хочу он... Пацан, бежим! Ай! Я помню, вот, что произошло с училкой. Я помню, как ее зомби убил. Пацан, иди сюда, тут же зомби! Да блин, еще этого-то не хватало! Ну, пацан, да блин! Чувак, у меня антидот. Антидотка. Чувак, смотри, у меня антидотка есть. Ой, если я тоже такую штуку хочу. Так, может купить? Так. Вот и она. Понятно, она уже больше не бесплатная. О, я отвертку нашел. Ну, почему я не открыл? Пошли, чувак, сейчас мы к директору придем. Директор. Возле него кресло ненужное. Да, чувак, прыгаем. Этот чувак мой лучший друг. Давай, прыгай. Я ему даю всегда в столовке бургер. О, моё! Еху! Еху! Это, у этого директора такое же лицо, как и у училки. Я такой сижу. Все, директор. Теперь я директор. Будешь теперь уборником. Он нашу училку жрет. Чё, попу нравится нюхать? Сейчас директору хана. Он ему сейчас дал такую... Он ему сейчас леща прописал. И он ему леща прописал. А я зато чуваку прописал леща, который меня сдал. Всё, директор, я теперь директор. Чувак, я надеюсь, мы выживем. Вот, блин, почему тут нельзя не погибать? Почему тут нету, чтобы, если ты погиб, тогда у тебя оставались все вещи. Так, зомбаки. Это все равно, что карантин. Это карантин только в Роблоксе, в этой игре. Карантин только от зомби. Почему мы в Америке? Дональд Трамп нас
президент. Эй, ты что это спёр у меня? Мы в России. Пацан у меня спёр стул. Ну ладно, хорошо, что тут хотя бы стул есть. Пацан! Эй, эй, ты чё? Пацан, блин, мой пацан прилип. Так. Да ну этот стул. Так. Этот пацан вообще тут? Ладно, эй, пацан, да ты не наглей, мой стул у меня спёр. Так, а вот и директор, он за стенкой. Не понял, а он, что он там делает? Так. Ладно. Идем. Эй, пацан, давай сюда. Так, этот пацан тут на серваке. Да блин, Вася, давай сюда, ты что там делаешь? А, вот, он сюда телепортнулся. Пацан, у меня антидот, сам сражайся с директором. Вау, такой красивенький. Жаль, что не зеленый. Зеленый это постоянно. Кислота там какая-то в лабораториях. А вот и я говорю. У меня антидот. Хочу леща рыбы еще кому-нибудь прописать. Чувак, я тебе сейчас леща пропишу. Так, чувак. Зеленый цвет тут какой-то. Тут, походу, нам что-то будет сейчас. Эй! Давай, пацан, бьем его! Я все равно директора ненавидел. Он вызывал родителей и такое им устраивал. Так. На, получай. Да, пацан, бьем директора. Да. Директор, чё, сдох? Это рыба почти с меня размером. Он, чё, она, наша училка выжила, а потом его убил Пончик Дэйв. На, получай. Я нашего охранника бью. Почему полицейские всегда пончики жрут? Пончики жрут, а еще у него крюк. Он что, руку потерял? Не... Так. Усы. Ладно, пошли. Чувак, я тебя вылечу. А, у него уже... Он вылечился сам. Так. Так. Что там происходит? Что там? Зеленый цвет. О, как круто-то. Нам попа сейчас. Пацан, бежим на второй этаж.
Блин, там еще и паркурчик. Пацан! Эй, на, получай леща! А ну пошел отсюда! На, да блин! Надо подлечиться. Так, чё бы... Пожалуй, я пончик съем. Так, пацан! Эй! На, получай! На, получай! На! Чувак, я тебя подлечил. Так, ладно, давай бьем. Так. Бежим! Так. Надо подлечиться туалеткой. Здорово, пончик Дэйв. О! Фух, я чуть не упал. Так. Эй, Дэйв, ты чё такой толстый, расселся? Так. Пацан сдох. Так, давай проходим. Так. Нас чуваком телепортнуло. Но это жизнь последняя этого чувака. Так, мы поехали. Едем, едем. Что-то какая-то медленная тачка. Чё? Тачка, и это мы уже здесь. За 15 робоксов, пистолеты, патроны еще там. Не так. Что тут такое? Так, пацан, я не понял, ты что меня бросаешь? Я ему заявку в друзья кину. Здорово! Да, мы тут бомжа нашли! Здорово, бомж! Я в виртуальной реальности. Я походу играю, тут вижу... Стоим бы, пацан! Я не понял! Вот блин, Вася бросил меня! Так. Так. Нет, мне не хочется идти в этот... Туда. В этот магаз. Откуда они чипсы добыли-то? Так. Где Дэйв? Дэйв?
Блин, этого еще не хватало тут. Блин. Либо нормальная концовка, либо такая, я не знаю, куда пойти. Так. Блин, походу не надо было идти в этот... А! А куда дальше стоите? Так. Так. Ну-ка. Так. Ну и куда дальше? Так. А вот и паркур. Наверх. Эй, ты куда? Пацан, не спрыгивай. Так. Почему я так медленно? Странно. Что-то как-то медленно. Почему я так медленно-то еду? Так, странно. Так, потом сюда, потом сюда. Потом на выход, что ли? Давай, едь уже. Чё ты такой медленный? Хотя я бы так тоже поехал медленно. Так. Непонятно, какая концовка будет-то. Так, а вот этот монстр. Это, походу, пятая концовка будет. Да, это концовка, походу. Так. 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 И куда нам дальше? Эй, так! Ай! Блин, мне походу хана! Надо было пойти в блок.
Блокс Гол, в этот магаз. Что, как делать, что там делать-то? Нет, надо было в этот Блокс Гол идти. Так, на, получай. Так, понятно. Что же выбрать? Плохую концовку или хорошую? По мне лучше плохую. Давай едь! Хотя я бы так себя и повел. Там какой-то зомби или кто там? Да, зомби какой-то. Хотя я бы так же и поехал. Так. Так. Так, в канализацию или все-таки туда? Плохая концовка. Не очень верится, что она получится. Так. Нет! Фух! Я почти сдох. Так. Так. Дэйв. Так. Я думаю, вот так можно спрыгнуть даже. Я единственный, кто выжил. Так. Так, что у меня тут? Так, сколько тут всяких наград? Антидот. Да ну тебя. Так. Так. Дэйв, Дэн. Нет, я с Дэном. Мне надо плохую концовку пройти, а может и хорошую. Секретную я не буду показывать, она сложная. Хорошую потом еще покажу. Может потом еще секретную. Другую секретную концовку. Так. Так, тихо, пацан. Вниз-то не надо дохнуть. Так, там есть пончик и аптечка. Что-то он у меня какой-то медленный. В играх быстрый, а тут медленный. Так, высоко слишком. Так. Так, все, бежим вниз. Фу, гадость. Я, наверное, тут еще всю слизь пособирал. Гадость какая. Эй, ты что там стоишь? Так, бежим, тут мостик какой-то, логово бомжей. А вот и аптечка с пончиком. У меня тут пацан еще медленнее, чем на прошлом аккаунте.
Так. Сюда сейчас зомби пойдут. Так, давай бери ее. Внучку надо. Так. Все, буду сидеть тут. 5 зомби? Так. Так, на, получай. Так, все. У меня плохая концовка. Непонятная плохая концовка появилась. И мне награду дали. А, это не награда за концовку. Это награда за убийство больше всех зомби. Блин. Ну, я бы сейчас выиграл, если бы я не потерял антидот. Ох, ну. Так, сейчас посмотрим концовку. 2020, Александр, 2017. Это почти мой старый ник. Так. Опять это. Тут мы с бомжом вылезем. Я знаю, мы тут сейчас с бомжом вылезем. Да, а вот и я, зомби. С очками виртуальной реальности. Так, ладно. Сейчас вернемся в лобби. И мы прошли плохую концовку. Это типа моя статуя. Так, сейчас встанем вот так. Ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.